Привет-привет! С вами канал Ковидаки. И сегодня мы с вами открываем вот такую вот посылочку. Как видно, приехала по новой почте. И сегодня мы с вами будем открывать заказ с подростками орхидей. Я подростки покупаю первый раз, поэтому хочу вместе с вами ознакомиться с этой покупкой. Так, как же она тут открывается? Да. Все благополучно. Так, это все приклеено до коробки, правильно, чтобы оно не телепалось. Так, сначала, ой. Вот такие вот горшочки для подростков, так, потому что их нужно садить сначала в мелкую тару. Кстати, я потом также сниму в этом видео, как мы будем их сажать. Так. Удобрение также заказала для орхидей. Так, ну и непосредственно сейчас мы с вами ознакомимся с нашими подростками. Как аккуратно замотанные. А, так. Так. Ой, я что-то вижу, тут еще что-то есть. А, подарок. Спасибо, Наталья, за подарок. Ух ты, класс. Очень приятно. Большое вам спасибо за подарочек. Так, это, я так понимаю, наверное, мыло. Так, тут все это мы отставляем и будем непосредственно знакомиться с нашими подросточками. Так, открываем очень-очень аккуратненько наш подросточек первый. Так. Абракадабра. Ух, класс. Так, это орхидея Эллен. Сейчас я вам вставлю фотографию, как она у меня будет цвести, эта орхидейка. Вот вы просмотрели фотографию. Так, теперь мы посмотрим, какое же оно тут. Боже-боже. О, класс. Вот в таком торфе находится подросточек. Так, это первый мы с вами открыли. Так, и сейчас посмотрим второй подросточек. Аккуратно. Это я разгончик взяла. Так. Вот и второй подросточек. Это орхидея клоун. Также сейчас покажу вам фотографию, каким соцветием будет цвести эта орхидейка. Также сейчас размотаем наш подросточек. Листья, конечно, желтоватенький один, но ничего, оно выпустит, следующий будет получше. Так, тут оно, смотрю, замотано в мхе. Так, что нужно делать сейчас? Так как я с подростками сталкиваюсь впервые, так, есть рекомендация у Натальи, у которой я брала, что нужно делать с подростками. Так, и мы сейчас эту процедуру вместе с вами проделаем. Так, я набрала воду комнатной температуры. И мы будем размачивать вот этот торф.
Так, Дотя, подержи вот так аккуратно. Той рукой бери. Этим просто за листочки аккуратненько держи. Пусть оно будет в водичке, так. И вот здесь, я так понимаю, нужно его разрезать. Этот типа клеенчатый пластиковый какой-то мешочек. И эту орхидейку тоже мы будем размачивать. Конечно, подросточек, наверное, смотрю, немножко слабоватенький. Так. И также мы его размочим, чтобы можно было освободить корни от торфа и вот это вот, вот так. Но пока ждем, пока оно размочится. Пока будут подростки размачиваться. Так, что я буду делать дальше? Вот у меня есть два горшочка, да? Прозрачненьких. Я во всех орхидеях, в горшочках делаю отверстия, чтобы были не только внизу, но и вокруг самой баночки. У меня это электроплита, я делаю с помощью горелки и также плоскогубцы, и вот так вот нагреваю и делаю дырочки. Если кого интересует такое видео, я в описании дам ссылочку. Ну, снимать уже не буду, как я буду делать сами отверстия. Размокнут наши подросточки, я к вам вернусь. Ну вот, подросточки уже остались чистенькие, все размокло, да, торф. Теперь будем сажать. Я уже сделала дырочки вот в горшочке, так. По совету Натальи, да, на сайте, попробуйте посадить, как и она. Сначала добавлю на низ кору. Так, у меня кора для орхидеи, которая идет смешана с торфом. Торфяная кора, да, вот буквально чуть-чуть насыпала. Теперь добавляем слой мха небольшой. Так. Рассыпается немножко, потому что сухой. Так. И будем сажать теперь. Дашенька, не трогай, зайчик. Вот так вот укладываем корешки аккуратненько. Да. Вот так вот посередине горшочка. Будем засыпать вот этим. Так, нет, мы будем сейчас добавлять опять слой коры, потом опять слой мха. Так, так, коры досыпала, ну, зайчик, дай мне мха. Он прессованный, надо немножко его... Так, сейчас опять мухи чуть-чуть добавляем. Сзади. Да, и там зайчик добавил. Так, все, хватит. И снова сверху добавлю коры. И, в принципе, и все. Поливать мы подросток не будем, потому что он у нас уже пропитался водичкой. И дня 3-4 я его не буду трогать. Вот так. Так. Вот так посадился. Он падает, наверное, надо будет. Ой, слушай, мурашки. Муравей, смотри. Ага. Прикольно. Так, ну я его немножко потом сделаю опору. Ну вот так вот посажен. Так, это у нас что за росточек? Элен, да? Да.
Элен, надо будет подписать его. И сейчас посадим также другой. Этот клоун. Так, конечно, клоун у нас, он уже желтый. Листик оторвался. Я его сразу сниму. Конечно, сама подросток немножко слабоватый. Хотелось, конечно, чтобы более был лучше подросток. Ну ничего, что прислали, то имеем. Так, коры добавляем. Теперь вот это. Мха, давай мха добавим, зайчик. Опять коры, да? Так, добавила. И опять коры засыпем. И также этого подростка не буду поливать дня 3-4. Потому что оно все пропитанное, все политое. Ну вот и все. Посажены два подростка. Надеюсь, они примутся и будут радовать меня своими соцветиями, такими, как я показывала изначально в видео. Так, вот, кстати, да, вот немножко листик травмирован. Ну, надеюсь, все-таки, что мои подросточки меня, как я уже сказала, порадуют, потому что они, конечно, слабенькие подросточки. Я не знаю, поэтому, возможно, они такие и должны быть, но надеюсь, что все будет хорошо. Ну вот, в принципе, и все. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Если будут какие-то советы, конечно, пишите в комментариях. Вам большое спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока!